Цирк – это где такой, такая палатка, и там выступают акробаты. Там все выступают, кто умеет выступать. Цирк – там, где рассмешивают людей и смех дают людям. И там рисовали свиней. Там они, например, прыгают, и там львы, например, через огненные обручи прыгают. Медведь, тиквы, зайчики, шляпы. Положили зайчика шляпу, а потом руби-руби-бабам, зайчик исчез, собака появилась. И клоуны еще любят цирк. Они жонглируют, еще дают смех, удовольствие. Клоуны – это которые всех смешат. Они смешные, у них такой носик красный. Ботиночки смешные, которые шмыгают, когда ходишь. Они были приодеты. И у них была маска накрашена. Цвета разные костюма. И щелки нарумяненные еще. Да, рыжий – это смешной. Бывает еще черный, он злой. Недовольный всегда. А белый? Он такой скромненький и веселый. У него стесит классный нос. Круглый такой. Так. И у них волосы там, да. Разноцветные. Да, и еще шляпа. На лице у них шляпы. Там шляпа и там есть какая-то формочка торта, но он не падает. Он может что-то смешное сделать. Надо там стараться, чтобы людям было смешно. И иногда они там сначала с шариком идут, когда он их лопается, он плакает, чтобы люди были... такие веселые. Вот к нам приезжал клоун Алекс, и у него вот такая штучка. Ну, они могут на нос нажать, и там пик будет. Какой такой пик? Такой пик? Мы с Ломой качали цирк там, но и это мы летели клоунов там, он сказал, дай, Сайк, а сам лопнул, сам лопал. Да. Вот, например, он жонглирует, и один меч ему по голове. Мы спецэс, все в течение спецэс. Если первый раз смотреть, только смешно. Второй раз уже скучнее, третий раз еще скучнее, а последний уже вообще скучно. Это, конечно, веселит людей, они приходят в цирк, наверное, чтобы увидеть клоуна смешного. Вот, но думаю, что я не хотел бы стать клоуном, потому что очень легкая профессия. Приходишь и учишь, и все.